Всем привет! Сегодня 1 марта, и я хочу вас поздравить с первым днем весны. А сегодня я хочу рассадить перец Рамира трех видов по рассадным пакетам. Высевала я его 13 февраля. У меня три вида, это красный, желтый и оранжевый. Схожесть, как оказалось, не очень. Это плошка, это здесь Рамира желтый, 100% схожесть, я сеяла по 5 штук. Семена были замочены всего лишь на 3 или 4 часа и высеяны вот в такие плошки. Здесь 100% схожесть. В этой плошке у меня Рамира оранжевый. Значит, взошло по итогу 2 сеянца из 5. Но взошли в принципе все, но другие сеянцы, они не сбросили шапочку, поэтому были все корявые. В общем, я их вырвала и даже не стала с ними связываться. Вот осталось 2 перца. И еще у меня перец, это красный. Это я высевала покупные семена. Схожесть, конечно, здесь отвратительная. Первый сеянец, который взошел, он какой-то весь деформированный. Я его, конечно же, высаживать не буду, пересаживать. И здесь он тугой, но взошел. Семидольки хорошие. Я думаю, что я его пока оставлю. Посмотрю, как дальше он будет развиваться. Этот, конечно, я уберу. Конечно же, красные перцы и оранжевые я повторно высеяла. Такие же плошки. Красный Рамира я уже теперь посеяла тоже 5 штук из своих семян. И еще у меня 2 семени осталось оранжевого Рамира, поэтому я его тоже посеяла в такие же плошки. Сейчас они находятся в тепле, еще не проклюнулись. Вот такая схожесть, в общем. Поэтому в основном я, конечно, сейчас пересажу в отдельной емкости. Это Рамира желтый. И здесь возьму один сеянец оранжевый. Красные пока ничего с ним делать не буду. Итак, я уже много рассказывала о рассадных пакетах, о таких. Я выращиваю здесь рассаду до самой высадки в грунт. Заполнила я пакеты землей, конечно же, подвернула немного. Земля здесь моя, приготовлена с осени. Находилась она все это время в теплице, проморозилась. И сейчас потихоньку я ее заношу. Она размораживается, я наполняю пакеты. Накануне я пролила их. Это растворила гумат калия. Вот такой растворчик. И просто пролила землю. Конечно же, подписала. Вот Рамира желтый, посев когда и когда у меня пересадка. Вот сегодня 1.03. Для того, чтобы подписать каждый пакет, я использую скотч бумажный, или его еще, по-моему, называют малярный. Что хочу сказать сразу, что используйте скотч хороший. Не такой, как типа в фикс-прайсе продается, а хороший скотч. Объясню почему. Потому что когда вы приклеиваете, и уже после сезона, чтобы вот эту бирочку отодрать, она, если хороший скотч, очень хорошо отходит и не слетает в процессе выращивания рассады. Но если скотч дешевого плана, то клей, который, вот эта маркировочка, которая находится под солнечными лучами и так далее, да, она настолько приклеивается к пакету, этот клей разлагается, и содрать ее, просто убрать эту наклейку невозможно. Поэтому, чтобы никаких не было проблем, используйте хороший скотч. Итак, я просто делаю отверстие. Так, начну с желтого. Плошку я проливала, по-моему, позавчера. Смотрите, какие хорошие корешки. Так, и сейчас аккуратно разделяем. Перцы я всегда пересаживаю, переваливаю. Разбираем аккуратно. Вот такой красавчик. Так. Пошире делаю углубление. Перец я заглубляю. Не по самые семидольки, конечно.
Ну. Комок земли поменьше. Землю вокруг стебля приминаю. Не намного, но заглубляю. И чуть поливаю раствором гумата калия. Сильно не заливаю, потому что земля у меня пролита. Все. И также делаем дальше. Здесь, знаете, вечные споры, нужно ли перец заглублять или не надо его заглублять. То есть все, кто за, кто против. По моей практике я всегда перцы заглубляю. Все всегда хорошо. Только если я заглубляю перец, в том случае, когда у него максимум, да, два настоящих листа. То есть растение не старше. Но так как я рассаживаю по пакетам именно в таком возрасте двух настоящих листов, ну, логично, поэтому я и заглубляю. Так, желтый я рассадила, и остается у меня оранжевый. Оранжевый я посажу вот из этих двух. Самый красивый. А этот, который еще в семидолях, подожду. Не буду я так. Все, перцы у меня рассажены. Получилось 5 желтых и 1 оранжевый. Будем ждать всходов красного и еще дополнительно оранжевого. Итак. Сверху я присыпаю перцев своей же землей, она чуть-чуть влажная, прям слегка. Каждый перец. И, конечно же, все это дело у меня сейчас постоит на столе часик-два. И потом я поставлю под лампы на окно. И, по-моему, в начале видео я не сказала, что пакеты эти у меня объемом 0,9 литров. Пакеты я подворачиваю. То же самое я делаю с томатами. Если вдруг у меня перцы подвытянутся или высадка уже в грунт, в теплицу я высаживаю, их у меня затянется, то я буду подсыпать землю. Я так проделаю со всеми культурами. Томаты, перцы, баклажаны. Такой ранний посев перца – это только исключение для сорта Рамира. Основные свои посевы перца я буду делать, смотрите, 7 числа я замочу семена, а 9 буду высевать. Так что на эту тему будет видео 9 числа. Заходите, смотрите. А я желаю вам хороших всходов и всем пока!